Ну, такого празднования победы в овертайме, наверное, никогда еще в Корее не было у вас. Да, конечно, все здорово сложилось сегодня, такой день. Столько эмоций, волнительный, такой важный для меня, для моей семьи день был. Не скрою, ждал его, было волнение перед матчем. Но здорово, что ребята мне помогли, и мы выиграли сегодня. А первый матч помните свой? Первый матч в КХЛ? Ну, вроде да, припоминаю. Ну, к сегодняшней игре не просто с Амуром даются встречи. Что все-таки стало ключевым сегодня, потому что удалось отыгрывались дважды? Не, ну они здорово играли в обороне. Как бы, в принципе, мы контролировали игру, и как бы, моментов много было, но ребята пластались, там, ловили зубами шайбу. Пропустили контратаку, там первый гол такой немножко курьезный был, мы на лавочке так замешкались, там у игрока нашего сломалась клюшка, вот, но все сделали так, что, чтобы и зрителям было классно, и в овертайме выиграли. Все-таки, насколько был эмоциональный момент, когда вы поздравления от всех, с кем играли в хоккей, хороших партнеров и вообще знаменитых игроков, с кем пересекались, насколько было приятно, плюс семья поздравила? Конечно, безусловно, приятно. С некоторыми игроками давно не общались, там ребята из океана как бы давно не виделись, конечно, для меня было очень так душевно, да, немножечко слезу, можно сказать, не пустило. Он, Женька Тимкин, вообще расплакался, говорят. Вот, ну, да, это словами не передать. А вот такой еще вопрос. Насколько все-таки следующий рубеж, какой вы будете для себя выбирать? Потому что мы с вами разговаривали, помню, в Владивостоке, в отличной игре, вы говорили, о, здесь хотя бы Мазякина перегоню. А кого теперь? Да, мне тоже клюшку золотую, как у Мазякина, уже подарили, да? Нет, рубежи себе никакие не ставлю. Вот, иду вперед, день за днем, как бы. Никогда не ставил рубежей по играм. Ну, в заключение, все-таки хотелось забить сегодня или отдать что-нибудь такое? Или... Нет, хотелось выиграть, честно говоря, хотелось выиграть вот в такой день. Ну, забил бы, было бы здорово. Сын бы меня похвалил, наверное. Ну, он же с вами же спорит по голам. Пока он меня обгоняет.